Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать покупки, сделанные в Риме, в Италии. И хочу от себя сказать, что если вы ищете какие-то, те же продукты, что я вам покажу, в основном, не все, конечно, их можно купить гораздо дешевле, если вы по прилету в Италию, если вы хотите прилететь именно в Рим, и вы прилетаете в аэропорт Флюминчино, как-то так оно называется, то там прям рядом с аэропортом есть море. И вот если вы хотите, прежде чем вы поедете в Рим, покупаться, например, в море, то я вам очень советую. Во-первых, там очень красиво, плюс то место около моря, оно совершенно не туристическое, и там нету отелей, и там можно купить все в два раза дешевле, чем, допустим, в том же Риме. Хотя в Риме тоже есть районы, где это подешевле, и районы, где это подороже. Но, тем не менее, имейте в виду, что если вы хотите прям реально закупиться, то советую вам именно, оставить, допустим, багаж в аэропорту в то время, в которое мы летели. Там стоит 10 евро за чемодан, если вы хотите оставить в аэропорту, и поехать, допустим, туда к морю и покупаться, и заодно пошопиться можно. Ну, давайте покажу вам, что же я купила. Начну я, наверное, вот с алкоголя. Это вино. Были мы, как обычно, когда едете куда-то на экскурсии, вас могут завести в какое-нибудь место, где можно все продегустировать, и там же можно все и купить. И вот в одно из таких мест нас привезли. И что мне понравилось, сейчас вам покажу, пытаюсь все это открыть. И в одном из таких мест мне очень понравилось. Так, сейчас покажу. Вот такое вино. Это белое вино, я люблю белое вино, но в чем прикол? Это у нас Тоскана Бьянка Сангиовис. Не знаю, как правильно произносится, но прикол в том, что этого вина, этого бренда белого не бывает. Оно только красное. Но вот именно у них, в этом районе, где мы были, делают белое вино. И только там вы можете купить белое вино. Ни в какой другой стране, ни в каком другом месте вот именно вот это белого вина не будет, будет только красное. Поэтому многие, кто приезжает, они спрашивают, да как так, белое, да не может быть. И оно, кстати, вкусное, несмотря на то, что оно считается сухим, оно реально вкусненькое. Потому что я, например, сухие вина не люблю, они очень такие терпкие, какие-то такие прям вяжут рот. Я поэтому люблю полусладкие. Но вот это вино очень приятно пьется. И если вы любите сухие вина, потому что вот я смотрю, в основном люди все-таки любят сухие вина, то я вам могу вот это посоветовать. Оно такое мягкое и очень, скажем так, приятно пьется. Поэтому вот такую я купила бутылочку вина. Купила, конечно, больше, купила еще подарки, но не буду здесь вам показывать подарки, потому что меня смотрят все, кому я эти подарки дарю. Поэтому, как говорится, не буду здесь спойлерить. Вот что-то про спойлера. Вот, допустим, вот это вино. Я также его привезла и на подарки. И также привезла вот такое лимончелло. Конечно, кто там отдыхает, мне кажется, обязательно привезет с собой лимончелло. Хотя там очень популярны еще и ликеры. Фисташковый ликер, по-моему, дыневый ликер. Они очень крепкие, но интересные. Вот и как раз-таки, если вы хотите привезти ликер, то вот вам, конечно же, желательно поехать именно к морю, потому что там вот как раз-таки продают в два раза дешевле этот ликер. Я ходила, смотрела по ценам. Нигде мне такая приемлемая цена не попалась. В тот момент, в который попалась мне приемлемая цена, у нас не было времени останавливаться, покупать. Но, тем не менее, лимончелло, естественно, нужно было привезти. Как же Италия и не привезти лимончелло? Эту лимончелло мы купили именно в Амальфи Кост, в Позитано. И именно в Позитано считается, что там производят лимоны
самые богатые витамином С. И многие покупают, когда лимоны, они покупают именно позитанские лимоны, потому что там, как говорят, именно то место, где они находятся, больше всего сконцентрирован витамин С. Ну, уж не знаю, насколько это правда, насколько нет, но тем не менее. И там все продается, связано с лимонами. Там практически каждый магазин в Позитано украшен именно такими произведениями лимонными. Это что-то с чем-то. Я вот даже, знаете, просто ходила и их фотографировала, потому что это очень-очень красиво. И лимоны просто везде, 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 в любом магазинчике, в котором вы зайдете, просто вот везде. Конечно же, лимонный щербет и чего там только нету. Но вот именно там я купила вот такие вот лимончелки. Лимончелы везде можно купить, я не знаю, отличаются они чем-то или не отличаются они чем-то, но вот... Я решила купить с такой вот историей, скажем так, именно в том месте, где лучшие лимоны. Ну, назовем это так. Ну, это у меня тоже на подарок. Теперь все остальное покажу. Не буду больше показывать, как говорится, подарки, спойлерить свои подарки. Покажу вам именно, что мы купили для себя. Начну, наверное, с съедобного, а потом покажу вам несъедобное. Купила я вот такие вот, ну, думаю, все тоже знаете, очень часто, когда что-то, вот они у меня покрошились, когда что-то с итальянским показывают или какие-нибудь итальянские недели проходят, то, как правило, продают вот такие вот типа баранок, ну, они такие помягче, конечно, чем баранки, я не знаю, как они правильно произносятся, есть ли у них какое-то, ну, вот, не знаю, таралини или нет. Но, по крайней мере, вот такие вот сушки, не знаю, как это правильно сказать, но они такие помягче, чем сушки, очень часто именно вот тоже у многих с Италией ассоциируются вот эти вот баранки. Я не скажу, что они какие-то прям нереально вкусные, обыкновенные, с чаем, с кофем. Будет как бы ничего, но просто они были, мы были в супермаркете, они были недорогие, и я решила себе купить вот эти вот бараночки. Покупала их, если честно, думала, что там их поедим, но как-то не получилось, и поэтому я их просто взяла с собой. Там очень много что связано с фисташком. Не знаю, вот у них фисташки эти, у них и разные круассаны с фисташками, и тортики с фисташками, и ликеры с фисташками. И чего у них только с фисташками нету. И, конечно же, шоколад с фисташками, тоже я его взяла, тоже цены разнятся. Лучше всего покупать в супермаркете, потому что в тех местах, где вас привозят, они там от 5 до 10 евро. В супермаркете можно купить за 3 евро. Вот. Тоже, конечно, супермаркет от супермаркета отличается, то есть ходите, смотрите. Вот такую я купила фисташковую шоколадку и вот такую апельсиновую шоколадку. Очень они вкусные, мы их пробовали на дегустации, действительно, они прям очень-очень вкусненькие от Nestlé. Но вот там несколько шоколадок, но вот эти шоколадки самые вкусные. Тоже очень большой выбор различных шоколадок там. И даже вот из этой серии, что у нас тут, Неро, Перугина. Даже вот из этой серии очень много разных шоколадок. Можно купить каких только, но вот эти мне понравились больше всего. Конечно же, магнитики. Мы всегда обычно покупаем магнитики, когда куда-то летим на память. Первое, мы были на Пизанской башне и, конечно же, взяли вот такой вот красивый магнитик с Пизанской башней. Также мы были в Помпеях, но в Помпеях как-то мы быстро прошли мимо магнитиков, и поэтому не получилось никакой взять, но были в Ватикане и тоже решили взять именно ватиканский брелочек. Шикарное место, особенно собор Святого Павла. Я вам просто
настоятельно рекомендую, даже если вы не религиозные люди, пойдите просто посмотрите, какая это красота. Это что-то с чем-то. Описать это невозможно, это нужно там побывать, чтобы увидеть. Это просто незабываемое место, очень-очень красивое. И, конечно же, что мы были в Риме, в самом отдыхали, то брелочек взяли именно римский. Вот такой вот. Здесь у нас Колизей. Естественно, с чем ассоциируется Рим? Ну, наверное, первое, с чем он ассоциируется, это с Колизеем. Поэтому такой вот красивый брелочек именно с Колизеем. Так, это наши брелочки. Так, теперь вот такие вот, ну, я не знаю даже, как назвать, такие хлебушки, что ли, но они такие тверденькие, и они именно рассчитаны на вино. То есть они рассчитаны для... вы их едите с алкоголем. То есть вот, ну, как бы, как это итальянцы себе представляют, что, то есть вы пьете вино, и вот такие вот едите, не знаю, сухарики, назовем их так. Здесь опять же с фисташками эти сухарики, но вот тоже у них очень популярны они. И, кстати, очень интересно действительно получается, поэтому вот решила тоже взять такие вот баранки. О, тоже, ну, сушки, не знаю, что, не сушки, что это у нас, какие-то, не знаю, сухарики. Очень, кстати, тоже вкусный, большой очень выбор, каких у них там только нету, не только с фисташками, там очень разные. Но вот эти вот мне понравились больше всего. Но опять же, потому что фисташки, поэтому я их взяла. Опять же, множество разных конфеток не буду тут показывать, потому что, повторюсь, они идут на подарки. Ну и, конечно же, что люди привозят из Италии, это макароны. Они у них настолько вкусные. Вот любые макароны, которые мы пробовали, они нереально вкусные. Будь то спагетти, будь то рожки, каннеллони, в общем, все что угодно. Вот макароны блюда не испортят. Даже если соус так себе, макароны все на себе вывезут. Они нереально вкусные, поэтому мы с сестричкой напокупали разных брендов макароны. Я надеюсь, что все они будут вкусные, потому что я уж не знаю, какие используют макароны те кафешки, в которых мы питались, а мы питались в разных, даже причем в самых-самых местных, где питаются, допустим, там все итальянцы. Это такой маленький бизнес, где папа, мама, как говорится, сын работают, и там всегда полно народа, в основном итальянцев, и даже там цены тоже очень недорогие, и даже там, даже можно сказать, что дешевые цены, нереально вкусные макароны, просто я не знаю, как они делают эти макароны, причем в каждом городе свои макароны, и они нереально вкусные. Вот любые макароны, поэтому, повторюсь, мы с сестрой, наверное, больше всего мы с ней набрали разных макарон, потому что они нереально вкусные. Но начну, наверное, с бренда, который все хвалят. Это Сапори Динторни. Так вот называется этот бренд. Если честно, мы искали в разных супермаркетах, и вот только в одном, который вот буквально рядом с нашим отелем находился, мы смогли найти эти макароны. Так нигде мы их не могли найти, мы столько супермаркетов обошли, столько разных лавочек, сувенирных лавочек прошли, нигде не были именно эти макароны. А вот рядом с нашим отелем в супермаркете как раз-таки нашлись эти макароны. Мы взяли вот такие спагетти. Они такие толстенькие. Видите, выглядят такие, как мучные. И из этого же бренда я взяла вот такие вот углеси, не знаю, как они называются. Ну, вот такие вот макарончики. Тоже вот из этого бренда. Ну, не знаю, очень уж хвалят эти макароны. Говорят, что вот они прям самые вкусненькие. Ну, попробуем. Вот тут у нас от 12 до 14 минут. Их главное не переварить. И они такие прям крепенькие, вкусненькие, такие толстенькие. Ну вот прям нереально вкусненькие. Из других брендов, которые мы набрали, это вот такие макароны спагетти, опять же. От этого бренда взяли. Просто вот ходили и уже брали любые макароны. Так что у нас теперь будет макаронное время. Здесь... что тут у нас...
Вот такие вот. Тоже вот спагетти. Тоже, видите, такие как будто бы мучные. Взяли также. У меня сестра сказала, вот такие красивые макарончики. Посмотрите, это такая спагетти, но они длинные, но они вот такими волнушками. Как, знаете, делают в этих вот супах быстрого приготовления. Огромная вот такая пачка. Возможно, у нас этот бренд есть тоже, я не знаю. Кепку я его, мне кажется, не видела, но я не заостряла внимание, если честно. Ну, вот такую вот огромную пачку взяли. Здесь аж 500 грамм этих макарон. Я видела, знаете, когда мы ездили на экскурсии, видела, что многие брали вот такие макарончики. Ну, и мы решили, сестричка, когда вернулись в Рим, взять вот эти, не знаю, букати, как они тут называются. В общем, ладно, не буду ломать язык. Вот так они выглядят. Такие макарончики. На этом еще не все с макаронами. Вот такие я еще макароны взяла. Такой формы. От такого бренда. Там их очень много, я не знаю. Но просто вот мы решили взять именно разных брендов, попробовать макароны. Ну и вот такая форма мне тоже понравилась. Таких вот завитушек. Тоже они все вот такие, как мучные. Такие макарончики. Ну, вот это с макарончиками мы вроде как закончили. Так, сейчас посмотрю. Да, вроде как с макарончиками мы закончили. И что тут? Так, сейчас разберемся тут совсем. Так, так, так. Также вот такая шоколадка, сладкая память от Рима. У меня, знаете, где-то вот такая вторая была шоколадка с испанской лестницы. Ну, не знаю, не могу я ее найти. Надеюсь, когда буду перебирать свои сумки, где-то найду эту вторую шоколадку. Это у нас продавалось рядом с отелем. У нас был круглосуточный такой кафешка, где продавались разные кофе, чаи, лимонадики, даже алкогольные какие-то напитки и огромное количество разных пирожных, булочек, печенек, даже пиццы, бутербродики. И что очень удобно было, что оно работало круглосуточно. То есть в любое время можно было прийти, попить кофе с какой-нибудь булочкой. Мы вот частенько, когда откуда-то возвращались поздно, мы заходили туда, брали кофеечек, какую-то булочку. И там продавали вот такие шоколадки. Их очень быстро разбирали. Тоже надо было на них, как говорится, успеть. И вот мы вот такую вот шоколадку. Две я взяла шоколадки, но вот не знаю, где вторая. Надо ее найти. Здесь вот у нас замок Святого Ангела. Тоже интересное место, где в свое время прятались Папа Римский, назовем это так. Своя у нее интересная история. Тут у нас и разные преступники сидели. В общем, длинная история. А это у нас, кстати, мост ангелов. И вот когда мы были, как раз-таки этот мост ангелов был на реставрации. Вот этих всех ангелочков реставрировали. Ну, а так, конечно, шикарный мост. И это рядом с Ватиканом местечко. Ну вот, не знаю, надо найти мне вторую шоколадку с испанской лестницей. Но вот одна из них, это вот такая, такой... замок Святого Ангела. Кстати, кто не знает, в Ватикане можно отправить открытку с самого Ватикана, потому что в Ватикане своя почта, там можно купить какую-то красивую открыточку и отправить ее куда хотите, прямо оттуда на открытке подписать. Вот видите, как вот тут на шоколадке можно подписать там на открытке и прям там отправить, своя там почта. То есть, если вы хотите кого-то так, знаете, неожиданно порадовать. Также взяла я вот такие вот приправки, тоже огромное количество приправ, и тоже цены разные. Есть 5, по-моему, самое мы дешевое нашли за 3, ну, за 5, конечно, думаю, не стоит брать. Здесь вот такая вот для спагетти это все. Конечно же, они говорят, что можно и в другие какие-то блюда ложить, но мы вот спагетти я много покупала, поэтому как раз-таки для спагетти идеально подойдет. Здесь вот у нас, не знаю, бренд Гладиатор, что ли. Но здесь вот именно с труфелями,
Это мое любимое. Я обожаю трюфеля. Я, кстати, их попробовала, мне кажется, в Риме. И все, и они покорили мое сердце. И здесь вот решила я взять такую вот приправку с трюфелями. Конечно, ее, наверное, ненадолго хватит. Но такая вот она интересная. Посмотрим, иногда у нас также продаются такие макси какие-то вот такого типа приправки. Там, кстати, тоже продаются итальянские макароны, но не такие. Вот не такие, как я вам показывала почему-то. Но мне кажется, вот такого типа приправы были. Так что, если что, можно там посмотреть. Но здесь вот именно с трюфелями. И вторые у меня вот такие с оливками. Такие вот. Такая вот приправка. Вот тут у нас так, что тут отсвечивает. Здесь тоже и соль, и всего чего. Просто вот варите макароны, а потом сверху посыпаете и чуть-чуть дайте еще провариться, настояться, чтобы все эти приправки раскрылись. Потому что они, видите, такие как сушеные. Ну, мне так понравились макароны, их блюда, что вот думаю, что приправки. У них еще была, кстати, приправа для болонез. Ой, нет, не для болонез. Для карбонары. Потому что я там только ела карбонару, она была нереально вкусная. В любом месте она была сделана по-своему, но в каждом месте она была вкусная. И я решила, я думала взять тоже, но вот как-то не взяла. Думаю, ладно, куплю сыр. В принципе, можно сделать и так. Также, как я уже говорила, мы были в Позитано, вот в этом месте, где вот лимоны, везде лимоны. И там я взяла, вот у меня ребенок захотел вот такие лимонные конфетки. Там все с лимонами ассоциируется, поэтому там все с лимонами продают. Вот это такие лимонные конфетки. Взяла. И вот такие мыльца. Я, как обычно, привожу мыло. Я обожаю мыло, именно кусковые. И когда мы едем куда-то отдыхать, я всегда высматриваю себе какого-нибудь мыльца. Вот мыльца я обязательно должна купить кусковое. И здесь вот такие вот лимончики. Это, ой, нереально пахнет лимоном. Просто вот аж даже чувствуется такая кислость. Когда нюхаете это мыло, чувствуется такая как кислятка на во рту. Насколько это прям вот лимонно. Ну и, конечно же, даже если в подарок, посмотрите, как красиво это все оформлено. Такие вот, вот как раз-таки с Позитано это все куплено. Так что с удовольствием буду пользоваться такими классненькими лимончиками и вспоминать солнечную Италию, Рим. И как я уже говорила, что мне там безумно понравились трюфеля. И взяла я себе вот такую баночку. Здесь так вот все это выглядит, видите, не знаю, видно вам или нет. Так тут свечивает. Мелко тут у нас. Эти грибочки нарезаны. И это нереально вкусно. Именно брать вот такие вот хлебушки тоненькие, пластиночки вот этих хлебцов. И туда вот этот наверх трюфель. Это просто что-то с чем-то. Это очень-очень вкусно. Нереально вкусно. Поэтому я бы вот набрала бы себе. Нужно посмотреть, продается ли здесь у нас. Я очень надеюсь, что продается, потому что это такая вкуснятина. Не передать. Очень-очень мне понравилось. И, естественно, я набрала себе вот такие трюфеля. Потому что это нереально вкусно. Ребенок у меня захотел вот такой фисташковый крем тоже. Она хочет с хлебом, как бутербродики есть, какими-то печеньками. Тоже, кстати, вкусный такой фисташковый крем. Это мы были когда на дегустации. Естественно, так как там все можно попробовать, там очень много что вкусненько, но, как правило, гораздо дороже, чем в других магазинах. Но ей очень уж понравилось это фисташковый этот крем. Ну и вот мы его тоже ей взяли. Так, что у меня дальше? Конечно же, быть в Риме и не купить что-то из кожи,
Это тоже невозможно, потому что Рим у нас славится кожей, у них есть свои итальянские фабрики, где изготавливают кожаные изделия, их там можно купить гораздо дешевле, чем, допустим, в других местах. И вот кожаные сумку я купила и кепку я купила. Кепку купила в магазине Рут 46, он как раз-таки недалеко от Колизея. Вот такая вот кепка стоит, ладно, 10 евро. Разные там очень были, но мне понравилась вот эта потертая, цвет мне тоже не очень понравился. И прям пахнет кожей. Вот сумка вообще так пахнет очень кожей. Такая вот. И сумка. Я хотела большую сумку, именно когда мы едем в Латвию. Как правило, мы там где-то ходим, колобродим. И я люблю именно большую сумку, потому что сюда можно и водичку положить, и какие-то покупки, если я сделала. С маленькой мне там сумкой неудобно. Мне вот именно с большой там сумкой удобно. И моя сумка, которую я обычно брала с собой, она у меня уже там вся порвалась, разорвалась как раз-таки в последнем отпуске, когда мы были в Латвии вот в этом году. И когда я увидела вот эту сумку, она как раз-таки удобна тем, что она большая, она под замочком. Здесь один раздел, такая большая, и ее вы можете носить как сумку, так и рюкзачок. Вот здесь вот будут у вас две шлейки, вы вытянете, и можно носить как рюкзачок. Если что-то много положили, там бывают книжки какие-то, я куплю, и вот так вот удобно тогда одеть как рюкзачок. Так что вот мне такая сумка понравилась, и как раз-таки на Латвию идеально. И такая сумка мне обошлась в 40 евро, и покупала я ее как раз-таки недалеко от Пизы. Там есть такой базарчик, если вы поедете смотреть на Пизу, то там есть как раз-таки, как вы идете на вот эту площадь, базарчик, и вот там очень много всего чего. И вот там женщина продавала сумки. У меня сестричка тоже купила очень красивую лимонную сумочку. И вот это кожа коровы. Вот так вот выглядит это. Ну и теперь давайте перейдем к косметическим каким-то. Вот я покупала все в аптеке. В последнее время, мне кажется, мы покупаем с сестричкой, когда что-то хотим купить именно в плане косметическом, каком-то уходе. Как правило, это происходит в аптеках, потому что в аптеках, ну если там есть эти бренды, которые мы хотим купить, все-таки как-то более проверено. Не стоит это на улице непонятно сколько времени и на жаре. Все-таки в аптеке другие немножко как будто бы стандарты. Ну и так совпадает в последнее время, что именно в аптеке продают то, что нам нравится. И начну я... А вот, кстати, нашлась и вторая шоколадка. Вот она с испанской лестницей. Какая красивая. И вот там эти шоколадки разбирают, ну, просто моментально. Только, как говорится, нужно успевать их разбирать. Это вот молочный шоколад. Ну, и вот здесь вот такая вот красивая испанская лестница. Ну, вот, нашла шоколадка. Ну, и давайте теперь покажу, что же я купила. Начну я, наверное, с шампуня. Его очень хвалят, этот бренд. Если вот вы едете в Италию, многие говорят о том, что вот нужно обязательно попробовать этот шампунь. Это шампунь от бренда Пхайто, не знаю, как правильно произносится, но здесь написано Париж, я не знаю, возможно, это, конечно же, не итальянский. Да, вижу уже отсюда, что это не итальянский бренд, но вот его очень хвалят. Может быть, он и здесь где-то продается, мне он не попадался на глазах, но вот этот вот шампунь очень там хвалят, и он не из дорогих. Я вот купила для объема, попробовать, у меня 250 миллилитров, такая вот баночка, ну попробую. Хотела купить немножко другой, тоже от этого бренда, но его не было. И вообще его нашла, если честно, только в одной единственной аптеке, уже которая находилась в аэропорту. Нигде, мы обошли огромное количество аптек, нигде этого бренда мы так и не нашли. И второй бренд, который уже по уходу, многие хвалят именно вот этот Реластил.
Многие говорят о том, что это очень хороший бренд, многим он кому нравится, и опять же, многие советуют, если вы находитесь в Италии, попробовать именно этот бренд. Тоже мы его искали, по Риму ходили, по аптекам не, особо не могли найти, а вот как раз-таки рядом с нашим отелем, все аптеки, которые находились рядом с нашим отелем, как раз-таки там и был вот этот бренд. А вот в аптеках, которые, допустим, рядом с Колизеем или где-то вот в этой области, мы никак не могли найти их. Заходили мы во много аптек, но как-то ничего нигде не было. А вот как раз-таки рядом с нашим отелем, не знаю, почему так совпало, было вот практически в каждой аптеке. Ну, мы решили попробовать. Это уже вроде как у нас итальянский бренд, а может и нет. Так, что у нас тут пишется? Так. Тут написано made in что-нибудь. Но нет. Ну, здесь что-то написано Барселона. In USA. Это где, наверное, находится Майами, Флорида. А, ну made in Italy. Ну, написано, что сделано в Италии. Я не сверяла этот код. Где-то есть 805, где-то 802. Вот я не помню, Италия это 805 или 802. Ну, в общем, короче. Многие советуют купить именно этот бренд, если вы находитесь в Италии. Многим он тоже кому нравится. Ну и вот и мы решили попробовать. Сестричкой я купила такое вот средство для снятия макияжа с глаз. Вот это для меня было очень важно. Когда я увидела, что есть, что это такое масло в виде молочка и подходит для снятия макияжа с глаз, то есть туши, я решила попробовать, потому что я люблю какого-то такого типа средства для снятия макияжа, потому что очень удобно. То есть я сначала промакиваю мицеллярной водичкой, а потом, знаете, хочется что-то раз быстро нанести на руки, вот, как говорится, распределить и просто смыть. И вот есть очень хорошие средства, которые быстро все смывают. Ну вот интересно мне было попробовать это. И, кстати, обратите внимание, если вы хотите купить и вести это с собой, то здесь очень удобно сделано, видите, что она не откроется, потому что частенько я вот где-то покупаю, эта крышечка вот так вот легко открывается, и потом, когда я куда-то ее привожу, допустим, обратно домой, то где-то бывает чуть подоткроется, чуть-чуть где-то что-то подвыжмется. Здесь же такого в этом бренде нету, потому что все очень продумано. Так что спокойно можно покупать и вести с собой. Так что вот такую вот я для снятия макияжа купила, и купила также просто умывалочку Aqua из серии для всех типов кожи. Здесь такая же система. И здесь у нас увлажняющая умывалочка с гиалуроновой кислотой. Ну вот, попробовать мне интересно было. Также я купила крем для лица, потому что, как правило, я пытаюсь купить крем для лица и средство для кожи вокруг глаз. То есть такой, знаете, сет, чтобы уже было все попробовать. В идеале еще и умывалочка, ну, чтобы, знаете, все было. Вот так, что здесь так вот хорошо совпало. Здесь у меня крем увлажняющий и серия Дефеза. Это для чувствительной кожи, кожи склонной к аллергии. Ну вот, интересно мне было попробовать бренд этот. Здесь у нас вот так вот все это выглядит. Удобно, что здесь такая помпочка есть, а не просто нужно выжимать, и вы просто, знаете, как помпочкой пользуетесь, тоже очень удобно. 50 миллилитров вот такой вот крем. Так-с. Также уже в аэропорту, в аптеке, я купила такой гель для кожи вокруг глаз. Это уже из серии Aqua Sensitive. Здесь для всех типов кожи вроде как. Так, где тут у нас? Да, вот увлажняющий гель для кожи вокруг глаз. Если какие-то, допустим, темные пятна, мешки под глазами. Здесь наша инструкция и сам крем. Так вот он выглядит. 15 миллилитров тоже. Ну вот, попробую уже в пустых баночках вам расскажу.
тоже там очень много, у этого бренда очень много разных серий. У них есть какие-то дорогие крема, есть чуть подешевле крема, есть крема, которые рассчитаны для возрастной кожи. В общем, в принципе, найти можно много чего. Для каждый, наверное, себе подберет. Ну и, конечно же, с учетом того, что это у вас куплено в аптеке, не будет такого, что вы где-то у вас на солнышке перележал этот крем и подиспортился. Здесь, конечно же, такого не будет, поэтому спокойно можно покупать в аптеках, но единственная проблема — это найти в аптеке. Это потому что, повторюсь, у нас вот так вот совпало, что вот нигде не было, кроме недалеко от нашего отеля. Так, что у меня дальше? А дальше у меня, в принципе, остались только косметические продукты. Это я уже тоже была в аэропорту. Там у них итальянский бренд был, не знаю, насколько он хороший или плохой, но, естественно, Пупа, Кика, все это все знают, но здесь это продается, Кика, поэтому мне не было смысла везти ее из Италии. Пупа здесь не продается у нас, но то, что там продавалось, мне, в принципе, этого не надо было, потому что в Латвии я себе купила что-то из Пупы, и там были, в принципе, такое же, что и в Латвии. А вот этот бренд, он как раз-таки был там представлен, и я не видела этого бренда нигде. Он очень дешевый, поэтому не знаю, насколько он хороший, решила вот попробовать, и потом уже вам расскажу. Так, это у нас бренд Lovren, так он называется. Здесь вот видите, каждый продукт упакован вот такой вот клееночкой. Надо мне сейчас как-то ее снять. Купила я помадку в оттенке R1 Nude. Купила я карандаш для губ в оттенке Mata Libra. Мне очень понравилась тоже помада эта в этом оттенке. Но я решила взять карандашик. И вот такая из тот же оттенок Matita. А нет, это тени у нас. В оттенке Роза Антико. То есть античный, наверное, розовый оттенок вот такой вот. Сейчас я тут все, это тени карандаш. Сейчас я все тут открою и вам покажу, потому что вот так вот они все тут наделали делов. Тут никак не открыть теперь эту клеенку. Сейчас вот я тут открою вне кадра и вам уже покажу. Так, ну вот, открыла. Ну вот у нас помадка Lovren. Кремовая помада, не было пробника попробовать этой помады, тестера, но был блеск в этом же оттенке, блеск мне очень понравился в этом оттенке, но я решила, что, надеюсь, помада не будет хуже. Это у нас в оттенке R1 нюдовый. Так вот это все выглядит. Ну и давайте посвотчим. Вот, ну вот, хорошо, что это не матовая, как раз таки нюдовая. Очень, кстати, красивый оттенок. Смотрите, какой красивый оттенок. Такой прям кремовый. Вот такие я люблю помадки. Такой прям нюдовый. И стоит, ну вот я не помню, мне кажется, что-то там в районе, не знаю, может 3 евро, 4 евро. Карандаш для губ так вообще там, по-моему, евро. То есть это такой дешевенький брендик, но очень красивый оттенок. Так, ну и давайте карандаш для губ. Вот как была наклейка, получается, здесь, видите, остались вот эти вот липучки. В оттенке LP1 и оттенок нюдовый. Так, а помаду, кстати, на каком оттенке была, я уже забыла. А, R1. R1, а здесь, ну, может, это LP Lip Pencil имеется в виду. Ну, оттенок у нас нюд. И он немножко отличается. Мне кажется, помада была в таком же вот оттенке. Matita Libra. Вот так. Кстати, очень мягкий карандаш. Ну, единственное, что его, конечно, точить надо. Вот такой карандаш. Мне, кстати, все вот надо купить какой-нибудь карандаш для глаз. Не каял, потому что эти каялы мне надоели. Не люблю я эти каялы, карандаши, да, очень жирные. И если просто на каждый день хочу вот что-то купить вот в районе вот такого. Так,
вот такой вот. Его даже можно использовать просто как, знаете, контур нанести, чуть-чуть так подтушевать, и тоже будет смотреться шикарно. И последнее, это вот такие карандаш тени, MP3, тоже от этого же бренда Lovren, и в оттенке роза Antico. Так вот это выглядит. Сколько тут у нас? Вот сделано в Италии. Так, не вижу, сколько у нас этого карандаша. Тоже его нужно точить. Конечно, не очень я люблю точить тени в виде стика, но в случае, если их нужно точить, я их всегда ложу в морозилку сначала, а потом точу. Тогда все идеально точится. Потому что если вы этого не сделаете, поточить его нормально не получится. Все тут у вас, как говорится, размажется. Так, ну давайте уже... Оп! Нанесем. Вот так вот это выглядит. Тоже не было тестера попробовать. Но как-то из всех мне этот оттенок понравился больше всего. Такой вот он. Очень тоже красивый, блескучий. Все, как я люблю. Так вот. Так вот все это выглядит. Вот. Так, в тенечке все это выглядит. Ну, на этом все. Это все покупки, которые я сделала в Италии. Конечно же, были еще какие-то подарочки, но я их показывать, как говорится, сполерить для тех, кто смотрит, кому предназначены эти подарочки, не буду. Вот. И все это было сделано, в принципе, в основном в Риме, поэтому, возможно, конечно же, в других итальянских городах чуть-чуть что-то будет другое, но вот в Риме был сделан такой, такие покупки. Спасибо всем за внимание, всех целую, всем пока!